Привет, друзья! Вы на канале CryptoInvest. Сегодня мы обсудим интересный проект под названием Dahab Sports. Dahab Sports Management – это спортивное агентство, управляемое профессионалами в области спорта, представляющее высокоэффективных футболистов и занимающихся управлением их карьеры. Команда имеет более 8-летний опыт управления карьерой и ведения переговоров со спортсменами в ведущих клубах Америки, Европы и Азии. Миссия Dahab Sports состоит в том, чтобы делиться знаниями и консультировать лучших футболистов мира, а также стать ведущим агентством по спортивным трансферам в мире благодаря качественным консультациям, которые они предлагают своим спортсменам. В настоящее время Dahab Sports имеет портфолио из 22 спортсменов высокого уровня, играющих в нескольких бразильских клубах первого дивизиона, таких как Атлетико Минейро, а также нескольких клубов Европы и Азии. Чтобы заботиться о карьере своих спортсменов, Dahab Sports имеет два офиса, один в Рио-де-Жанейро, а второй в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, агентство имеет партнерские отношения со многими футбольными школами в нескольких странах, уже работает с базовыми спортсменами, дает указания лучшим клубам и бизнесменам. Недавно Dahab подписал контракт с бывшим футболистом и бизнесменом Маркосом Асунсао. Теперь он является одним из амбассадоров Dahab Sports. Проект предлагает рынок цифровых активов и фокусируется на изучении преимуществ токенизации. При этом происходит планирование применений на большом футбольном рынке. Таким образом, повышается безопасность покупателей токена Dahab Sports. Экономика токена основана не только на его полезности в повседневной жизни, но и на безопасности, которую вносят люди в переговорах на этом рынке. Что касается применения токена, то у него будет несколько направлений. Первое – символическая признательность. Поскольку этот токен распространяемый с помощью технологии блокчейн, цифровой актив Dahab Sports будет доступен всему сообществу криптовалютного рынка. В этом смысл, учитывая природу этого рынка, токен подвержен рыночной волатильности, которая присуща среде с высокой активностью. Dahab будет работать над тем, чтобы токен был запущен на лучших централизованных биржах мира, чтобы добиться большего охвата и его полезности. Второе – это автоматический стейкинг. Одним из продуктов, предлагаемых Dahab, является возможность для приобретения цифрового актива вносить свои токены в функцию стейкинга. В этой роли пользователь получает вознаграждение за то, что оставляет свои токены в кошельке на определенное время без движения в обмен на получение бонусов количества единиц цифрового актива пропорционально периоду и количеству токенов в стейкинге. С каждой транзакции будет взиматься комиссия в размере 6%, где 3 идет на распределение холдерам, то есть тех пользователей, которые застейкили свои монеты. 1% идет на добавление в ликвидность, тем самым увеличивая пул и уменьшая волатильность токена. И тоже важный пункт, 2% идет на маркетинг. Таким образом, о токене будут узнавать новые пользователи и тем самым увеличивая рост сообщества. По самому распределению токена вы можете увидеть информацию на сайте проекта. Единственное скажу, что общее количество токенов составит 5 миллиардов, а построен токен на блокчейне Binance Smart Chain, что даст дешевизну транзакций и скорость исполнения всех операций. Уже в ближайшее время будет запущено IDO, где мы с вами сможем поучаствовать в покупке токена. Поэтому, я думаю, стоит подписаться на их соцсети, такие как Twitter и Telegram, чтобы не пропустить это событие. Dahab демократизирует отношения в футболе, предоставляя уникальные и масштабируемые возможности любителям спорта, спортсменам, спонсорам, инвесторам и многим-многим другим. Проект сейчас в активной фазе разработки, поэтому уже в скором времени мы получим информацию о предстоящем IDO. Также в разработке проекта мобильный кошелек, который поможет вам 24/7 быть с проектом, где бы вы ни находились. Что ж, ребят, мой обзор подошел к концу. Как всегда, все необходимые ссылки под видео в описании. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!